Украина собирается решать свои финансовые проблемы за счет легализации проституции. Верховная Рада зарегистрировала законопроект, который выведет древнейшую профессию из тени. Информация об этом появилась на официальном сайте парламента. Документ был внесен депутатом от партии «Самопомощь» и поддержан на высшем уровне блоком Петра Порошенко. Полный текст пока недоступен, однако разработчики законопроекта пояснили. Сейчас этот бизнес связан с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов. Но если секс-услуги легализовать и обложить налогами, то бюджет страны сможет ежегодно дополнительно получать 4 миллиарда гривен.